I have Russia by VPN. How you have Russia by VPN? Don't have VPN. Like, I mean, I have VPN, but I don't have Russian VPN. That is the problem. It's not a problem. If you don't have, you may install it. Hey, slow down. Like, I heard your Russian accent. Clearly, Russian accent is mine. No. So if you switch to Russian, press. No problem. You may speak Russian if it's not more convenient for you. Говори по-русски. Изи раскусил. Я слышу твой акцент. Ну а что, я могу скрывать акцент, могу не скрывать. Ты же начал со мной по-английски говорить, не я. Я тебя по-русски спросил. Продолжай сразу. Ты откуда будешь сам-то? Ты откуда будешь? Я? Откуда? С Мурманска. Сам под VPN сидишь. Спалил меня. Кого в рулетке ты ищешь? На какие темы беседуешь? Ну, тупо чирю. Что-то тормозить начал. Скажи мне. Ну. А? Говори. Чилю, ну тупо отдыхаю. А, я понял, да. Ну, может, какие у тебя вопросы есть, прикольные или интересные? А ты тут по каким делам тут? Ну, я Украину троллю часто. Если найду интересного собеседника, с ним у меня интеллектуальные беседы, по-разному. А зачем тебе канадский флаг? Ну, тут я не обманул. Давно живешь-то? 7 лет. А, с родителями уехал, небось? Или сам? Сам? Сам получил Land Immigrant? Баллы набирал? О, молодец, респект. Ну, я тоже самое баллы набирал, но я постарше тебя был. Я где-то... Нет, ну, чтобы... Ты же не знаешь, когда уехал. Может, я уехал 30 лет назад. Что ты видишь? Я ж не говорю, что я реально постарше тебя, это понятно. А я говорю, постарше был, когда уехал. Может, я уехал, когда помладше меня. Нет, я уехал реально, там мне за сороковник было. Но я тоже баллы набирал, да. Ну, ты молодец, да. Спасибо. Нормальная встреча в этот пиздатый вечер. Понятно. А что это? Ты там что, конды купил или рент у тебя? Около Юниуса? А. Потому что там... Одно время были, в нулевых годах там были довольно дешевые, строили кондо. Но не у самого Роя Юнистеша, он как вот едешь на Вест, там вот эти вот высотки нулевых годов, они были, когда на момент постройки довольно дешевые. А сейчас дешевые... Лучше там не жить. А, понятно. А ты что, блогер или просто ходишь в рулетки? Просто чилю, я же сказал, я просто чилю. Ну, я тебя понял, да. Я тебе канал мой записал, только это у меня... Нет, ты набирай кириллицы, это у меня язык поставлен на английский, он переводит автоматом. Набери кириллицы, Денклуб. А, сейчас, стой, не переключай. Давай. Сейчас, на ютубе? Да хочешь на ютубе, хочешь на гугле. Вас ждет Париж и модные салоны. Меня же ждет гражданская война. Не надо испытывать наше терпение. На любой выпад у нас есть достойный ответ, вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горящим головам под оранжевыми знаменами. От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40. Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! С нашистской силой темною, с оранжевой чумой!